Ok. Теперь, насколько я помню, так, я спрыгнул откуда? Вроде как отсюда, да? Или нет? А ну пошел вон. Вот отсюда, да, прыгал? А можно вроде еще как... Да, именно тут. А у нас тут дедуля, с которым мы уже виделись один раз. В общем, я так понял, что конкретно тут на тьму, да, идет. Возможно, даже ковенант у него. Так, ну смотрите назад. Я не знаю, как вернуться. Секунду, а как назад вернуться? Я думаю, внизу ничего хорошего нет. Неужели косточкой? Я не могу использовать косточку? Твою мать, у меня по идее этот, как его, фантом, да, и за счет этого я не могу косточку использовать. Так, а как выбраться-то? Спрыгнул на свою голову, хотел вам показать, потому что я видел, как фантом такое делал, то есть я ему помогал, и он... Только я вот не помню, как он выбрался-то назад. Но он точно не умирал, я бы-то пропал, правильно? Не знаю, ребята, не знаю. Умирать просто неохота. Я думаю, если я туда спрыгну, просто умру. То есть человечность потеряю, души потеряю. Я, по-моему, если отозвать... Отозвать фантома, то я получу штраф. Насколько я знаю. Могу ошибаться. Давайте еще раз глянем. Ну вот, короче, штраф показывается. Вроде как ничего нет. Поэтому давайте попробуем косточку. Смотрите, даже NPC можно призвать. Я бы на NPC особо не рассчитывал, я бы лучше бы кого-то толкового, что ли, призвал. Медуза какая-то. Эрика.
Так, а вот и солнышко наше. Так, а вот и наш гниющий парень. Насколько я понял по сюжету, это потомок Нита, скорее всего. Смотрите, какой злой, его игрушки поломали. В принципе, босс легкий, особенно если его бить вдвоем, втроем. Один отвлекает, двое бьют. Уворачивается, смотрите. Ну что-то Эрика вообще там. Я не знаю, Эрике дадут души, то, что он там стоит, дупля ловит. Ого. Я умер. Я умер, потому что он меня сбросил. Прям на огонь, чуть-чуть хп и все. То есть я там пытался кувырок. Там даже начиналась анимация кувырка, но... Хрен. Просто хрен. Так, ну хорошо. Это не страшно. Можно было бы самому сейчас кому-то помочь, но... Но неохота время тянуть. Эрика, наверное, просто... То есть подвисла как-то или что-то в этом роде. Потому что вы видели, да, как она вылетела? То есть что-то непонятно. Так, заставочку мы пропустим. А, ее даже нет. Ой, зря он так. Ой, зря, ой, зря. Ну... Парень просто бесшабашный, смотрите, даже не хиляется. То есть вот так вот один отвлекает, другой лупит в спину, все. Ну действительно, или Эрика конкретно лагает? Или просто он там тупит? Что-то он не хиляется, сейчас в огонь полетит и попец будет. Хиляется, но медленно.
Ну, Эрика действительно поц полнейший. Или она, или хер их знает. Позорит Ковенант. Так, хорошо. Там какая-то приколюха. Так, эти стреляют? Нет. Ой-ой-ой-ой. Чё за бред? Стоишь там, там, где тебя не цепляет огонь, а он тебя коцает. Так, хорошо, чего я не вижу? А, вон проход вижу. Так, больше тут вроде как ничего нет. Так, это по идее я могу Эстус на плюс 3, да, загнать? Или нет? Да. Так, а это последний, по идее, бонфайр, да, в этой локации? Пипец, тут темно. Достижение. Сейчас меня телепортнет. Или нет? Странно. А, вот, да. Но я по-любому сюда вернусь. А за кадром кому-то помогу, восстановлю человечность. Так, хорошо. Этого у меня нет. Давайте сразу прокачаем Эстус, чтобы я потом не забыл. Я, кстати, 100-й уровень. Я не знаю, насколько есть еще смысл поднимать его. Куда нам идти? Отправиться. Блин, я где-то еще видел такие двери. Не помню где. Которые я могу открыть. Давайте побегаем по этой локации, посмотрим. Я, кстати, вчера побегал, зачистил эту локацию. Более-менее ее осветлил. Позажигал эти все приколясы. Также нашел какую-то большую личинку. Она, в принципе, из себя ничего не представляет. Я как бы покажу, там она фармится буквально, я не знаю, за 5 секунд, но я с парнем ее фармил секунд 30, потому что мы не знали, что она из себя представляет.
Также на этой локации я нашел щит вот такой вот. То есть большой щит. И, в общем, у него есть бонус, когда вы убиваете моба, а вам, то есть, регенится ХП. Так, а дверь, по-моему, или там? Или там? Так, ну сейчас посмотрим. По идее, этот ключ, который я хоботнул от гигантов, по идее, он должен подойти, потому что дверь такая же самая. Вот, видите? Ну, во всяком случае, она очень похожа, да. Подошел ключ. Вы что, шутите? Что написали? Смотрите, сет Хавеля. Точнее, Хавела. Тут так написано. В принципе, без разницы. Но я вам скажу, что... Параметры, посмотрите, какие высокие. Магия 90. Стабильность 80. И, по идее, он еще точится. То есть, я не помню, на сколько, на 5 или на 10. То есть, эти параметры еще, по идее, можно немножко поднять. Весит он двадцатку. Давайте что-то оденем, посмотрим. Пузо 19,5. Это, конечно, жестко. Но разницу вы просто можете наблюдать. Сейчас у меня на 200, да? По 200 там. И резисты 34, 42, 30, 34. Резисты, конечно, не сильно поднялись, но баланс... Каменение, проклятие. Ну и немного, можно сказать, на сотку физические удары. Прикольно. По идее, на этой локации ничего больше нет. Ну, во всяком случае, я большинство собрал, что можно. Так, давайте в Маджулу. Сейчас будем поднимать, скорее всего, уровень. Я думаю, оптимальный уровень в первой игре это где-то 150. Это оптимальный. Хотя, насколько я знаю... Тут не только по левелу, кстати, суммонится, а еще и по памяти душ. То есть в пределах, я думаю, 150 тысяч, где-то так. То есть если у кого-то будет миллион, скорее всего, я не увижу его знак. Хотя, я не знаю. Ну, примерно, насколько я знаю, должно так работать. Давайте, может, сбегаем к продавцу, может быть, у него что-то новенькое появилось. I'm glad. Не-а. Always open for business. Так, а тут, по идее, у нас загорелся еще один огонек.
Так, уже 4 штуки. Понятно. Если честно, я даже не знаю, что качать из уровня. Актуальная, конечно, стамина. В любом случае, это актуально, потому что, я так понял, ее можно качать на 99. И там нет никакого лимита. То есть, смотрите, вот 46 добавляется по одному. И видите, то есть за 50 ушло, и все равно по одному добавляется. Сила, ловкость, по идее, больше и не надо. Ну, разве что какую-то очень тяжелую пуху, хотя я навряд ли с такой буду ходить. А знаете почему? Потому что тут баланс, я не знаю, как он настроен. Вас могут просто кулаками забить, то есть... У вас будет баланс, допустим, 100, вас ударят кулаком, и вы выходите с баланса, как дурачок, хотя у вас баланс 100, а вас лупят руками. То есть вот такая вот фишка есть. Или там, я не знаю, кинжалом очень быстро замахают, и все. Есть такие ребята, которые берут кастеты и в тупую кастетами так спамят, что просто жесть. Ты не успеваешь сделать удар, а он тебе уже наносит 10 ударов. Отбегает, и... копит стамину, опять таким же способом нагибает вас. Это, конечно, очень жестко. Так, ну хорошо, можно, конечно, еще веру поднять, но я думаю, это попозже, когда достойное чудо найду, тогда, скорее всего, и буду прокачивать под определенное чудо. Конечно, в идеале это качнуть на 40 веру, но посмотрим. Давайте, наверное, сделаем вот так. А там будет видно. Так, я думаю, можно заканчивать. В новой серии пойдем в новую локацию, осматриваться и тому подобное. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.